Добрый день. Сегодня хочу сказать, купил диски ВОСы на 19-е. Установил резину 235 на 55 19. Пробовал другие размеры, либо малы, либо чересчур велики. Машинка Intense 2 литра на 16 литых. Поэтому пришлось на лето брать дополнительные диски. Стало все хорошо. Здесь есть нюансы немножко. Зазор маленький, но допустимый. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот у нас маленький зазорчик. Сейчас я вам его покажу. В остальном все влезло отлично. Здесь также все влезло. Никаких проблем. Здесь зазорчик даже побольше, чем в районе брызговика. Вот так вот это выглядит со стороны. Задние диски не выпирают. И видно чуть-чуть, как будто бы хотят. Вот так. Машинка Intense, как я уже говорил, 2 литра. Пройдено всего на ней 7500 почти. Музыка обычная. В дальнейшем планируется установить W15.
штатную голову. Пока еще ее не привезли, но ожидается